вот такие вот маски. Три штуки, короче, поросят. Мохнатка такая висит. Капитан Америка нахер. Сам ты факер, а? Слышь ты! Не охренел ли? Нормально такой? Урод, ты с кем? Ты знаешь, с кем ты связался? Я тупо Splinter Cell. Я тупо Splinter Cell. Да твою мать! Стоп! Спасибо, Франклин. Спасибо за помощь. Готово. Ты можешь попасть внутрь. Окей, спасибо. Спасибо, Франклин, за помощь. Еще раз. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем подготовку к спецоперации. К спецоперации у нас, короче, осталось с вами... так, давай перейдем за Тревора. У нас осталось, короче, с вами найти маски. Вот сейчас посмотрим, короче, на карте, где они находятся. Человек за бортом. Тревор уже тут кого-то дрючит, короче. Блин, хорошо, что еще звезд этих коповских нет. Не появилось. Чтобы я ему задал этому Тревору, короче. Так, окей, у нас маски находятся, я так полагаю, где-то в районе пляжа. Да, в районе пляжа. Вот, так, у меня, короче, сосед сверлит. И может быть, будет слышно, как он сверлит, короче. Как-то так. Окей, так что не обращайте внимания. Я хочу, короче, ехать на своей тачке. Я хочу поехать вот на этой. Я тут присмотрел уже издалека вот так вот. Вот. Короче, берем маски и едем сразу же, едем, короче, выполнять спецоперацию. И у меня, короче, тут такая теория, да, такая теория появилась, короче. Смотри, мы, значит, выполняем спецоперацию и тут же идем выполнять ограбление корабля Мэри Уэзер, да, по-моему, так называется, вот. И у нас будет алиби, короче. Тупо будет алиби. Типа, короче, когда мы ограбим корабль, если будут фибы к нам приставать, типа, вы взялись опять за старое, там, и того и всего, короче. Вот, а мы, короче, им скажем, а у нас было алиби, у нас есть алиби. У нас тупо есть алиби, короче. Мы в это время выполняли спецоперацию для вас. Так что мы никак не могли, короче, разорваться и... выполнять два там ограбления, две операции, короче, одновременно. Так что не надо тут на нас, не надо тут на нас лезть. Блин. Немножко не подугадал. Немножко не подугадал, короче, с поворотом. Вот. Дэйв там что-то будет говорить, типа, а мы ему, типа, у нас есть алиби. Мы выполняли для тебя спецоперацию, так что не надо тут мне. Окей, здесь какой-то карнавальный, получается, магазинчик, да? А, о, маски, вижу маски. Купи три маски. Сейчас мы купим, короче, три маски. Погоди. А как их купить? А, вон. Короче, зеленый монстр. Красный монстр. Вот такие вот маски. Три штуки, короче, поросят. Череп. Ну, череп это слишком дерзко как-то. Обезьяна. О, хоккейные маски тоже неплохо, смотри. Горилла, смотри, довольная горилла. Я типа на задании. Довольная горилла такая на задании. Хреново, не вот такая дырка в носу, короче, прям просто пипец. Темная горилла, нет, оранжевая. Не. Не потянет, короче. Вот такой тоже нормальный просто. Особенно с бородой Тревора. Это вообще ништяк. Мохнатка такая висит. О, это Капитан Америка нахер. Так, ладно. Давай. А, здесь, короче, каждому, да, надо свою маску купить. Короче, давай Тревору вот эту вот возьмем. Отлично, Тревор, короче, вот это. Майклу мы, короче, возьмем, знаешь, как бы поросенка, да. Возьмем поросенка вот такого. С охеренным таким лицом, короче. Что происходит? Нас поймают фибы. Так, окей. Франклина тоже возьмем, короче, поросенка. Типа будет такой вот
пастух и два порося. Пастух и два порося. Нормуль. Так, маски. Окей, выполнено. Погнали. Чувак, что-то трешься с моей машиной. Иди нахрен. Иди нахрен. Так, сейчас позвоню. Сам ты факер, а? Слышь ты! Мудила! Эй, мудак, а? Он не охренел ли? Нормально такой? Урод, ты с кем? Ты знаешь, с кем ты связался? Говно ты, ссаное. Уродец, а? Так, это средство транспортировки можно использовать для отхода с места преступления. А чё нормально? А чё пойдет? А чё нет-то? А спрячьте его в каком-нибудь тихом месте, позвоните Майклу, выберите в меню пункт пометить координаты транспорта. Ща мы, короче, спрячем. А, найдем укромное местечко, короче, и спрячем. Укромное местечко надо, короче, где-то недалеко от задания, наверное. Я так думаю. Ща какой-то переулок найдем. Тихо. Да, переулок найдем, короче. И засунем туда машину. В принципе, почему нет сюда? Да? Почему нет? Или слишком далеко? Не, погоди, давай-ка вот... А, нет, нормально. В принципе, нормально. Давай-ка сюда сейчас ее. Хлоп. Так. Вот сюда. Хлоп. Вот так вот, хлоп. А чё нет? А чё нет, все нормально. Надо, наверное, сидя из машины позвонить Майклу, да? Позвонить Майклу. Так, где у нас там Майкл? Клетус Чен младший. Где Майкл-то? Во. Встретиться? А нахера мне встретиться? Погоди. Стой, стопэ. А чем это тебе неукромное местечко-то? Неукромное местечко, что ли? Блин, найди машину, главное, для отхода. Смотри, здесь парковка недалеко. Здесь недалеко парковка, в смысле? А, стоп. Это не то задание, это ограбление Мериузер. Что-то я тут попутал, короче, да. Попутал немного. Укромное местечко. Где я укромное местечко найду? Немного попутал. Укромное местечко должно быть где-нибудь... Тут, наверное. Здесь можно оставить транспорт для отхода. Для этого позвоните Майклу, выберите, как пометить координаты транспортного средства. Во, в смысле. Все нормуль. Вот здесь сейчас мы, короче, и оставим его. Для отхода. Че нет-то, да? Вот здесь и оставим. Где-то Майкл. Звоните Майклу, говорит. А, пометить координаты транспортного средства. Все отлично. Тревор за всех все решил, короче. Машина для отхода готова и ждет. Отлично, Ти. Где ты ее поставил? Ла Пуэрта. Хорошо, это все. Я звоню Стиву и говорю, что мы готовы. Так, А, все, да, задание выполнено, короче. Так, ладно, теперь что мы? Теперь мы ждем, наверное, звонка от Майкла, наверное, да? Он скажет, куда ехать, куда нам подъехать, куда... И как там, что там начнется? О! Я вижу монстр кар. Хорошо. Ждем, короче, Майкла. Наверное, я думаю. Или мне за Майкла надо все-таки переходить... Майклу, наверное, переходить, да? Или что? У Франклина два задания, тут одно задание. Погоди, давай подождем, короче, подождем. Может, Майкл сейчас позвонит. Скажет, ну что ты, где ты? Что ты? Уже пора грабить, пора. Блин, как рвет-то машина, а? Как рвет, а? Я уж забыл, короче, где мы оставили машину, если честно. А где выход-то?
Где выезд отсюда? Fuck you. Не, а тут чувак меня вообще убил просто. Такой, знаешь, подошел к моей машине и давай меня там пинать, короче, вытащил. Пятаки понарезать, что ли? Пока мне не позвонили. Или стой, я думаю, в принципе, надо, наверное, все-таки за Майкла, короче, переходить. Да? И там уже, короче, начинать спецзадание. Он же в пробке стоит. Задолбали эти пробки. Так, погоди, ему, короче, надо позвонить кому? Он сказал, мне надо позвонить. Так, Аманда, Дэйв. Кому он? Дэйву надо позвонить или что? Мартин. Это не тот, да? Рики, Стив. От Стива надо позвонить, да? Типа все готово. Агент Стив Хейнс, ФБР, департамент Лос-Анджелеса, оставьте сообщение. Ну, типа, это того, задание-то готово, нет? В смысле? Или чё? Или нужно выполнять этот? Ограбление Мэри Узер. Чё-то я не въезжаю нифига. Майкл должен был позвонить или Тревор должен был позвонить? Я что-то не понял. Кто кому должен был позвонить? И сообщить, типа, все готово. О, это не Тревор едет? Франклин-то точно нет, потому что Франклину, по-моему, пофиг, он там дома вообще дрыхнул. Так, погоди. Я не въезжаю. Или надо ехать и, блин, выполнять вот это задание. Или попробовать поспать, съездить домой, поспать, погоди. Может, поспать надо, да? Типа, время пройдет, короче, и... И мы начнем задание, спецоперацию. Он же сказал, времени мало, короче, на спецоперацию, типа, поэтому... Я не думаю, что после ограбления Мэри Узер это надо. Блин, если Мэри Узер... Сначала Мэри Узер, а потом, короче, это... спецоперации, то моя теория, блин, накроется медным тазом просто. Это будет подстава подстав настоящая. Так, окей, я приехал домой. Ну, давай я, короче, сейчас посплю. Никогда не привыкну к этой тишине, окей. Ты каждый раз это будешь повторять, как зайдешь в дом. Все хорошо, давай сохранить игру. Сейчас посмотрим, сейчас проверим, короче. Так, отель. Все, ну давай. Сейчас по-любому должны позвонить, сообщение какое-нибудь прийти. Типа все готово, давай идем грабить. Давай идем выполнять задание спецоперацию. Нет? Да ну ты прикалываешься? Нет, что ли? Я запутался, короче. Ну если сейчас не придет. Не придет, короче, какое-нибудь сообщение или что-то в этом роде, то пойдем выполнять, короче, этот Мэри Узер. Смотри, тачку-то не поменял. Тачилу-то не поменял, смотри, сидит. В клубе. Зависает нормально.
Телки на уши подсел, короче. Здесь, по идее, должна быть музыка, короче, но видишь, у меня она отключена, поэтому... Чтоб меня тут не забанили. Хотя, блин, можно было и включить. Вон ожрался-то, вон ожрался. Так, окей. Садимся в машину, короче, и пофиг, едем выполнять Мариузер. Если по пути нам сейчас придет сообщение, что все готово, все, можно идти спецзадание выполнять, то уже пойдем туда. Ну что делать-то? Что делать-то? Не тупо же ждать сидеть. Да? Не тупо же сидеть и ждать. Все, погнали. Так, не в ту сторону. А тут выезда нет, что ли? Выезда нет. Под мостом проехал. Блин, не чтобы по дороге поехать, как нормальные люди. Я тут выехал, короче, опять, как всегда, через какую-то задницу, короче, поехал. Окей. Ладно. Все. Вон носит-то, вон носит. Ну, хоть не настолько пьян, чтобы машину кувыркала тут из стороны в сторону по дороге. Я-то думал, короче, все, тебя, блин, выполним спецзадание. Все будет шикарно, все будет отлично. А тут, блин, подстава такая. Хотя, знаешь, короче, блин. Тоже, в принципе, если мы сейчас ограбанем Мариузер, да, потом будем выполнять спецзадание, в принципе, как бы тоже, можно сказать, будет алиби. Когда они спохватятся, короче, то... Ну, то, что у них груз там пропал или что-то такое. А мы-то на другом задании. Мы-то выполняем спецзадание. Это даже как-то и, наверное, лучше. По системе алиби-то. Все, отлично, приехали. Так, что мне домой надо, да? Мне в дом, сказали, сбор дома. Уэйд, Флойд, я жду гостей, понятно? Надо навести здесь порядок. Уэйд, чистить. Флойд делает массаж. Но я не хочу... Ты что хочешь? Нет, нет, нет. Точно никто не хочет? А, да, да, ты прав, ты прав. Привет, брат, как дела? А, привет, брат, ты опоздал. На 9 сраных лет. Ты знаешь, что опоздал так сильно, что лишился права называть меня братом, понятно? Заткнись. Гундишь как... ты как сучка. Грязная сучка. А где твой помощничек? Скоро будет. Этот парень тебя боготворит. У меня от этого мурашки по коже. Йоу, йоу, Фрэнки, мы как раз по тебе говорили. Сплетничали. Ну ты понимаешь. Как скажешь, чувак. Ну зачем мы здесь? Работаем, амиго. У нас тут дельцы, план почти готов, и теперь... Думаю, мы должны наварить на этом хороший капитальчик. Ты говорил с Лестером? Я звонил ему, он в больнице. Чистит свое дупло или что-то в этом роде. У него это кахексия. 20% сэкономлено. Нет, мы так не работаем. Прости, но на этот раз мы будем работать именно так, понятно? Делаем по-моему. Потому что в прошлый раз, когда мы делали по-твоему, нас всех подстрелили. Тебя закопали, воскресили и превратили в сучку. А Брэда упрятали в сраную тюрьму. Ага, а Лестер говорил, не беритесь за это дело, но мы не послушались. Похоже, Лестер, чувак, что надо? Ты заткнешься когда-нибудь? А ты, Майкл, мой должник. Так что на этот раз делай по-моему. Да, а что насчет потом? А потом мы это все обдумаем. Да, ну и какой план? План плевый. Мы затопим кусок груз в гавани Лос-Антоса, понятно? Ты, папочкин помощник, будешь стоять на мосту на стреме, понятно? А ты заложишь взрывчатку на борту сухогруза. Что касается меня, я займусь глубоководной спасательной операцией с помощью своих друзей.
Разумеется, толстяк, ты в число друзей не входишь. А какая часть этого дела? Твою ж мать. Ты где нашел эту плаксу, Майкл? Да пошел ты! Так-то лучше, пошел ты. Ты мне нравишься. Ладно, не веришь. Надо заработать бабла, девочки. Чудесно. Да, твое желание закон для меня. Пошли, малец. Слышь, Уэйд, подгони Майкл гидрокостюм. Отведи его к лодке. Твою-то мать. Ты не забыл, что нам нужен транспорт? Уже иду. Так, транспорт. Вот это, чем не транспорт? Сядьте в транспортное средство, окей. Отправляйтесь к мосту. Ну, говорит, ты не забыл, что нам нужно транспортное средство? Сам такой, знаешь, нашел, короче, мусоркар там и т.д. и т.п. короче, и все. Все, погнали, сейчас на этой тачиле мы быстро долетим. Сейчас быстренько провернем дельце. И там уже посмотрим с спецоперацией, что да как. О, пролетел поворот, надо было на педаль тормоза нажимать заранее. Там, читайте, да, как обычно. Я слежу, знаете ли, за дорогой. Херово слежу как. Интересно, что там за груз, кстати? Что там за груз? Это же правительственный груз, короче. Интересно, что это такое? Может, это оружие какое-то? Секретное, типа армейское или что-то там такое. Хотя, возможно, они, короче, об этом и говорят в этом в диалогах, но я не читаю, потому что я рулю. Но машина опять там по воздуху ездит. Вместо моста летают по воздуху, короче. Это нормально. Опа. Я думал, мы едем в порт, а мы, оказывается, на мосту здесь. А, пройдите к снайперской позиции. А, будем снайперить. Будем снайперить, короче. Так, погоди, вниз. Снайперская позиция должна быть наверху, почему внизу? Черт. Эй, я на месте. Дай знать, когда будешь готов. Так, Эф, я на месте. О, вот это подъемничек. Тут же проследи, чтобы я там на месте ни во что не вляпался. Мудила, Тревор. Не вопрос, кореш, прикрою. Так, и мы что, будем прикрывать? Стой, там два охранника, их боятся? Судя по тому, что я о них читал, да, это явно не мирные служащие. Убейте охрану со снайперской винтовки. Окей, снайпер мы что надо, когда мы уже хорошо натренировались со снайперки. Опа, сразу двоих, ништяк. Все чисто, поднимайся на борт. Чего только не сделаешь для старых друзей. Так, сейчас будем за Майклом. Я должен заложить 4 заряда, парень. Следи, чтобы со мной ничего не случилось. У них куча охранников на этом корабле. Так, ладно. Заряд при установке бомб можно выбрать между Майклом и Франклином. Ты вроде хотел бомбу заложить. Я в курсе. Установите заряд на пилерсе. Пилерсе. Это здесь? Погоди, это здесь, да? Ну-ка. Установите заряд на пилерсе. Первый заряд установлен. Иди к следующей точке. Все, идем. К следующей точке. Ой, чё так сучи. Поторопись, чувак, даже не знаю, сколько народу у них в трюме. Могу сделать или быстро, или как понял. Быстро или как понял. Бегать нет. Так, повторить. Установите второй заряд. Все готово. Чувак,
Поторопись, чувак, даже не знаю, сколько народу у них в стриме. Ты уже это говорил, или у меня дежавю? Так, ладно. Оп. Чпок. Готово. Опа, 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 па. Все чисто, ставь бомбу. Все, ништяк, погнали. Ставим бомбу. Так, бомба где, 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 где бомба? Просто я тупо сплинтер цел. Я тупо сплинтер цел. Так, здесь. Бомба. У меня есть, так, 10 штук. Хорошо. Да хочу зарядить заряд, короче. Только ты меня это... Не отвлекай, короче, не торопи. У меня все на мази, Франко. Ты давай, короче, там это... Прикрывай. Почему он меня не прикрывает? Так, так идет, смотри, смотри, смотри. Да твою мать! Стоп! Железная балка, блин. Нормально? По обоим, короче, железную балку выпустил. Жесть. Так, установите заряд на второй мачте. Окей. Хоть сохраняется, погоди, да? Вот это все бежит. Так, что ты встал-то? Субмарин. Йолоу, субмарин. Пипец. Просто. Снайпер от бога, мать его. Че Франклин-то сидит, короче, и нифига не делает? Он же должен прикрывать. Это кто? Это Франклин? Да ёпта. Это этот, как его? Тревор там что-то говорил. Так, иди сюда. Сними его, парень. Все готово. Я сам. Я сам. Или это мне Франклин сказал снять его? Так, там где-то еще один. О, наверху. А где цель-то? О, хорошо. Так, ставлю здесь. Ставлю здесь заряд. Наверное. Сколько надо было зарядов? Три штуки, да? Будь свободен, установи заряд. Да я установил только что. Третья бомба на место, последняя надо установить внутри. Ёпта. Иди на мою сторону корабля, я расчищу проход. Так, на мою сторону корабля, на мою сторону корабля, говорит, это куда? А, тут есть кто? Вон. Спасибо, Франклин. Спасибо за помощь, дружище. Так, еще кто-то. Готово. Ты можешь попасть внутрь. Окей, спасибо. Спасибо, Франклин, за помощь. Еще раз. Ты очень мне помогаешь. Очень. Готово. Очищает путь просто в путь. Вот дверь, иду внутрь. Как только сможешь, возвращайся, чтобы я тебя видел. Да уж, не буду зря херню страдать. Просто скажи, когда установишь заряд. А, черт. Чувак, у них сигнал сработал цел. Ты в порядке? Давай быстрей. В смысле? Погоди. А это? Ты готов ты? А, где там еще один? В смысле, в смысле, в смысле? Меня заметил. Готово. Готово. Ёпта, ёпта, стреляют. У нас тут вообще... У нас тут это... Жесть началась. Так, это кто? Это кто? Готово. Нифига там, братва. Да в смысле? Да уйди ты. Почему я в тебя не могу попасть? Чё ты перезаряжаешь так долго? Погоди, а кто по мне стреляет? Я не могу понять. Кто по мне попадает? Вертушка? А мне из этого, мне из этого-то не выйти, короче. Все, я убил водилу. Ой, он сейчас в меня врежется. Нет? Нормально. Я в тебя верил. Хорошо, все отлично. Так, на кто попадает-то? Он в машине сидят. Готов. Да ёп. Хорошо. Я убил его, я его убил. Так, а где еще? А что взрывается-то? Блин, а почему они на карте не отсвечивают? А, нет, отсвечиваются, ёкалмана. Так, значит, где-то, где-то... Где еще стреляет? Здесь вспышки? Кто видит вспышки? Погоди, а кто стреляет? Я не вижу.
А, во, вижу. Вокруг корабля теперь свободно. Все отлично. Я выхожу на верхнюю палубу. Как только уйду с корабля, мы взорвем зарядом. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Двигай, чувак. Спускаюсь. Давай, давай, давай. За мной идет один из патрулей, там что-то, что-то. Я все равно не увижу, короче. Он же с другой стороны корабля, нет? А, нет, вот, я вижу. Так, это Майкл? Чпунь. Да, это Майкл, короче. В водолазной шапочке. Чпунь. Все, не останавливайся, давай. Я почему-то думал, короче, типа это, с другой стороны корабля. Так, 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 я тебя вижу. Готов. Промазал. Готов. А, он еще бегут стадо. Окей. Окей. Все чисто, чувак. Все чисто, чувак. Куда ты побежал-то? Куда ты побежал? Я думал, он на выход уже. Почему в воду-то? Зачем в воду-то? Все шикарно. И че? Мы ждем? Будем взрывать? Вот черт, 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 я выбился. Взрывай бомбы. Номер, он, это в твоем мобильнике. А, в моем мобильнике. Я понял. Откройте список контактов и нажмите подорвать. Так, Беверли, вот подорвать. Сейчас будет красиво, наверное. Бух. Бах, бух. 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 Бах. Четыре заряда, четыре заряда зарядил. Четыре заряда зарядил, короче. А взрывов-то сколько было? Очень много. А наш-то груз не повредился? Снова в вонючую воду. Я, о чем с динамитом? Найдите устройство среди обломков корабля с помощью сонара. Так, я рядом, так что скорее ищи эту штуку. Сканер в твоем костюме помогает сигналу. Какой сигнал она подает? Чем ближе, тем психованней. Найди ее, тогда я смогу забрать ее. А, ее забрать. Так, найти устройство среди обломков. Погнали. Ищу, ищу. Ищу, ищу. Чем ближе, тем психованнее, он сказал, да? Он должна так там херачить. Нахрена тут обломков? А тут заманаешься искать. Благо, короче, это, ну, водолазный костюм и т.д. и т.п., да, и не надо, короче, выныривать и воздух, короче, дышать. Рыбки. Так, ну поблизости я нихера не вижу здесь. Красный огонь, кажется, я вижу. А я не вижу. Где ты видишь? А я не вижу. Он видит, а я не вижу. О, есть. Что это за такое? Что это за такое? Так, я иду. Направляйтесь к устройству. Нахера ты всплываешь-то? Опустись вниз. Что это за штука? Вид у нее зловещий. Может, это бомба? Может, это какая-нибудь ядерная бомба специальная? Я, ёпта, нихера не вижу, просто. Блин. Я, в принципе, я к ней подплыл уже, но я ничего не вижу. Вот она, беру. Где? Я не вижу. Что тут подбирать? О, вижу. Так, мне надо, короче, опуститься, да, вниз. Чтобы забрать сюда, направить на него мини-подлодку. Так, вот эта вот штука. Надо посадить, да, наверное? Подлодку на нее. Ну что, я тут закончил. Да, все, разбор полетов на PC-400. Я поднял, да? С меня пиво. От пива я не откажусь. Ты всегда так говоришь. На этот раз я серьезно. Флойд, ответь мне, груз у меня. Ты в доке?
Да, сэр, я здесь. Слышу выстрелы, взрывы. Держись, я скоро. Так, доставьте устройство в безопасный сектор. Короче, надо аккуратно, вдруг это бомба. Если я, короче, сейчас ее долбану, вдруг она там взорвется. Ё-моё. Всё, погрузился на дно. Погрузился на дно. Блин, я не знаю, фонарик бы какой-нибудь на лодке. А то я ни хрена не вижу, что там впереди. Просто вода мутная настолько, что жесть. Весь залив засрали. Просто засрали. Так, погоди. Мне вообще надо в обход плыть. Здесь стена стенашная. Я, короче, плыву тупо, и этой, наверное, штукой я дно царапаю. Нет? Ну, я заплыл в Сан-Андреас. Знаешь, такое сейчас всплываешь, а там все квадратное такое, пиксельное. О, я вижу кольцо. Вот, я уже рядом, готов, готовь кран. Так, а если я всплыву вообще? Где, а если я вообще всплыву? А, ну отлично. Я думал, если я, короче, всплыву, по мне начнут стрелять. Так, я прибыл. Окей. Эти уже тут. Смотри, довольный сидит. Чувак, ты можешь говорить что угодно, но Тревор реально рубит фишку. Ага, будем надеяться. Жесть это. Эй, это Лестер? Что? Привет, чувак, какого хрена ты сюда притащил? Ты сейчас должен быть в кроватке. Да, должен. И лежал бы в кровати, если бы кое-кто из моих знакомых не собирался стать врагом государства. ФРБ, Мерриузер, ЦРУ. Играйте здесь с ними, но если вы тупые лохи, захотите украсть экспериментальное оружие и продать его китайцам, то всех вас будут долго и мучительно трахать в жопу. Погоди, чувак. Супероружие? Китайцы? Чего? Что там по-твоему? Я думал, он с тобой разговаривал. Ну ладно, чувак, и что теперь? Ну, может, мне удастся сделать так, чтобы ее вернули, как бы случайно нашли среди обломков. Ого! Твою мать, Лестер Крест! Жив-здоров, чё за тема? Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Ага, провернул какое-то дельце. Злишься, что не получил свои 20%? Если эту штуку не повернуть, мы возглавим список самых разыскиваемых в мире. Самых разыскиваемых? Ну и чё? А то, мать твою, что нас убьют, идиот, нас всех через неделю убьют. Подумай. Так, слушай. Бери грузовик, бери парня, делай все, что нужно. Тревор, все погружено. С голой жопой ты. Отлично. Значит, вы все можете забрать назад. Прямо сейчас, мать твою. Голожопи. Лестер Голожопи, ты хочешь сказать, что все это было зря? Чувак, ну прям как на районе, твою мать. Да ладно, Франклин. Майкл, за тобой должок. Мы все мне должны. И что будешь делать? Что-нибудь придумаю. Франклину тоже нужно найти работу. А, да, да. Большая семья, много ртов, амиго. Твою мать! Ну ёпта. Такое, короче, дельце провернули просто. Такое дельце провернули и все зря. Просто все зря. Все, мать его, зря. Понятно, что да, там правительство, короче, они бы там это... Начали бы охоту на нас. Но у нас было алиби. У нас алиби. Мы сейчас, короче, бы... Вот смотри, у нас... А, вот у нас появилось. Да? Это что? ФРБ, да, вот у нас появилось ФРБ. У нас было алиби бы. Алиби бы у нас было бы. Что, блин... Это не мы. Мы выполняли, мы работали на ФРБ, короче, на ФИБов. А кто вот эту вот хрень всю это украл, короче, хрен знает. Просто хрен знает. Не знаю, что они там закипишили, закипишевали. Непонятно. О, пятнаха, что ли?
Окей. Ладно. Ладно, друзья. На этом давайте закончим, короче, у нас, ну, блин, дело зряшное. Я думал, нет, дело само ограбление нормальное, короче, смотри, фоткает. Само дело ограбление нормальное, но, блин, жалко, что все зря. О'Нил? А, брат О'Нил. Да пошел ты. Тише, тише, это ты воруешь чужие контракты. Ты сжег ферму, убил моих братьев. У тебя слишком много братьев, пришлось прорядить. Ты врешь, ублюдок. Ба, все мы живем и умираем. Таково проклятие рода человеческого. Впрочем, если хочешь забраться, приезжай. Лос-Сантос Веспуччи, до встречи, выродок деревенский. Я приеду. Не знаю когда, но приеду. А чё, реально, может он еще не нагрянет, чувак? Вот. Короче, ну и чё он там меня пофоткал, короче, пофоткал и ничего не это... Ни копов никого не вызвал. Окей, ладно, друзья. В следующей серии, короче, пойдем мы с вами выполнять уже, ну, фибов. Вот. Может еще что подбросится. Появится. В смысле, погоди. Ой. Бойня. Там что-то 3 из 5. А, понятно. 2 из 5. Окей. А, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.